Сейчас так холодно, что у меня даже камера зависает. Лучше сейчас около Ижоры речки. Вот такая вот дорожечка. Ну, это улица Адмиралтейская, это улица Пролетарская, это эти церквушки, которые я тебе показывала. Это Пролетарский мост, и вот там вот полыньи. Видишь, сегодня действительно мало снега, все растаяло, но зато сейчас очень холодно. Без снега кажется, что еще холоднее. Так, я туда прогуляюсь вот сейчас. И потом вот там налево, где памятник, я там дорогу перейду. Вот. Пойду более коротким путем домой, потому что сегодня до ДК уже я не дойду. И елку там я хотела тебе показать, но ее надо показывать в темноте. А сейчас как бы уже не очень светло, но еще и не очень темно. Поэтому телефон долго держать нельзя. Даже держать просто руку на весу, ну, как бы так, не внизу держать ее, просто, да, идти. Вот, а так держать это невозможно. Но, как видишь, здесь достаточно симпатичное место. Летом здесь очень хорошо. Вот там вот находится школа Умбайдар, то есть это, ну, каяки по-вашему. Вот. Они сделали соревнования раньше, но сейчас не знаю уже как с такой экологической ситуацией, как это пойдет, не знаю.